What is happiness for you? Снимали сейчас. Снимали, кажется. Наверное. Такой запах вот этот специфический, когда заходим. Слышите? Это запах субстрата с опилками. Он вот так вот, такой запах у него такой странный. Да. О, слышишь? Так опилками. Да. Пахнет. Где тут свет? Да, есть. Свет, свет, свет. Справа. О. А здесь конкретный запах? Здесь, ну, вентиляцию мы здесь отключили, потому что днем сюда загоняет еще, значит, тепло с улицы. Да, да. Конечно. Это во-первых. Теперь тут эти блоки разгоняют это помещение, не знаю, чем это все кончится. Если ты смотри. Чем это закончится? 24 нормально. Я даже не знаю. Норма сколько должна быть? Я не знаю даже норму. 24,8. Это здесь уже просто в самом помещении 50. А. Это самое. 25 градусов. Вот, теперь зайдите. Давайте смотрим, что у нас говорит градусник. Что вы не забыли? А вот он. Сейчас смотрим. 29. Видишь? О, беда. Беда, беда, беда. Здесь видно, мицелий растет, да, хорошо. Вот супер, вот это прям. Ну просто я не знаю, за такую температуру, чтобы это все может хорошо начаться и как-то непонятно закончиться. Ну смотри, эту посадку мы сделали в пятницу, да? Да, по-моему, в пятницу. Да, Кирилл, правильно? Смотри, смотри, какой блок. Смотри, какой блок. Это за 2 дня. Это получается у них шок, который ты сказал. И вот нет, сейчас... это не то, что шок, это просто от такой температуры этот мицелий просто жжет. Понимаешь? Тем более, это мы рабочий мицелий, а розовая вешенка, это вот, сейчас посмотри, розовая вешенка, это был маточный мицелий. Это тот, что был из банки, посеянная первая, нулевая генерация, да. Это минуя рабочий. Да, это без рабочего, это просто маточный. Я из него не успел просто сделать рабочий, это был маточный. То есть смотри, что творит. Вот видишь? Да, да, да. Это 2 дня и сколько? Вот посмотрим, правильно посеянный блок, это, наверное, кто-то делал. Ну, правильно делал, видишь, так равномерно, как распределился мицелий, и он равномерно вот зарастает. Смотри, это 2 дня, то есть 4 дня блок будет белый. Все. Это колоссально. Здесь смотрим вот эти DM5, тут чуть-чуть, видишь, так поспокойней. Он растет, но не настолько уже так быстро. Вот там чуть просыпается, тут вот чуть помедленнее. Классно. Вот ярчайший пример, вот, ответ на вопрос, чем отличается нулевая генерация. То есть этот маточный пакет, да, от обыкновенного мицелия рабочего. Вот ответ на вот этот вопрос такой, наочный. Вот так. Все, мне поди. Это выглядит через 2 дня так вот посев из нулевой генерации, а вот так выглядит через 2 дня это посев из уже рабочего мицелия. Да. Вот. И здесь еще 2 дня он, наверное, белый уже будет. А если он будет белый, то нам уже инфекция не страшна, уже ничего не страшно. Он уже не пустит, да. Вот, теперь что-то еще интересно. Там королевская тоже. Она довольно-таки тут неплохо. Там, осторожно, там дырки. Угу. Я, ну, дальше лучше, не да. Я дальше не вижу. Так, тут королевская тоже, это самая тоже картина. Тоже нормально. Смотри слева, как хорошо пошло. Да, тоже хорошо пошло. Ну и там тот рейши, что-то он такой, я там вижу места, видишь, там мицелий просыпается. Ну он какой-то рейши там... это наши лекарственные, да? Да. Мне что-то кажется, он или тоже чуть в процессе перегрелся, вот, транспортировку, что-то он, ну, плохо перенес. Ну, он был первый из клубов, да, скорее всего. Да. И он, ну, такой... Мы тебя не рассчитали, это теплоту в машине, поэтому... Жара такая была, я не знаю, может, он немножко так вот и чуть подпортился. Но вообще вижу, мицелий просыпается. Там в дальнейшем, ну, уже посмотрим, что будет, то будет. Там его же 6 пакетов мы делали. Но здесь вот эти, смотри, вот это розовое, это просто что-то неимоверное. За 2 дня. Вот такая у нас получилась здесь эпопея. Значит, внутри 29 градусов сейчас в блоке. Это будет... Да, это будет отдельный просто такой вариант. Мы посмотрим, чем все это закончится. Результат, конечно. Да. Ну, ничего не сделаем. Так, сегодня воскресенье. Например, никто там не будет никаких движений сегодня делать. То есть переносить, а ясно, что никто не будет, а завтра уже как завтра. Вот такая у нас история. Ну, это уже, так сказать, наши, то есть ваши блоки. Уже сами, ну, сделанные. Вот. Да.
Все, идем?